Нет, ни в коем случае кейсы совмещать нельзя, потому что человека просто может разболтать. Это правда, к этому нужно относиться очень серьезно. Кейсы — это только для тех, кто хочет идти в свою жизнь, кто хочет все это сделать быстренько и по-быстренькому, и рассматривать кейсы как волшебную таблетку, это не приведет к хорошему результату. То есть из серии того, что я сейчас быстренько параллельно пройду 15 кейсов и вот буду целый день сидеть медитировать, ребят, вы погрузитесь в такие катарсисы. Тело начнет отключать автоматически несколько биологических программ, будет просто очень больно и очень плохо. Нет никакого смысла. Если вы идете в вопрос прощения обид на маму, то какой смысл-то прощать еще и сексуальность? Ну пройдите это, закончите это, посмотрите, как это здорово. Смотреть на самого любимого человека в своей жизни и понимать, что тебе не больно. И это радость — смотреть на самого близкого любимого человека, на маму, на папу. Разрешить себе перестать быть судьей, понимать свои сексуальные аспекты, где тебе было больно, и простить себя, понимать свои денежные аспекты, социальные. И тогда вас не будет ввергать в пучину мира, ограничения мира. А как только вы заходите в пучину ограничения мира, включается крест бедности. Никуда от этого не денешься. Это алгоритмы мозга, алгоритмы старого мозга. А мы находимся в теле. И пока мы будем в теле, эти алгоритмы в нас будут работать. Просто осознавать и разрешать себе другое. И тогда вы начнете расти. Расти в своей жизни. И любить себя самого и все вокруг, что происходит.